Ух ты, да когда этот тролль уже отстанет? Так, I'm надо его как-то по-другому оглушить. О, давай, побежаем к следующей двери. Так, давай, возьми эти объекты и выкинь в ту волну. Алло, ходающий. Опа, она закрыта, не работает. Опа, а что это за загадка при трех колоколов? Кто придумал, профессор Снейп, что ли? Да быть того не может. Вечно, Харри, ты нашел одну зелье. Давай, собирай. Бросим ему, что это Снейпа, может сработать. И найдем эту философскую ерундовину. Вижу, что в монолитах, Харри Гачок. И посмотри на судушка, Володи Морда.
Эй, не бей меня, гончар! Не бей! Я не верил, я стухопроценщица! Нужен камень, а камень я не дам! Отдай камень! Что, поговорим с ним лицо к лицу? Ну, не получится же! Все получится! Здорово, гончар! Видишь, что творится с людьми в отечественной хирургии? И рецепты доктора Малахова. Эффект налицо.
Оружие Харри, почему мы сражаемся не как в фильме? Почему ты тупо меня побеждаешь зеркалом этим? Почему ты просто к моему лицу не придешься и быстро меня не победишь? Дамблдор рассказал, что профессор Кирилл посадили в тюрягу за то, что не уплачивал налоги. Ну и не заплатил за свет. Камень был уничтожен. Но Харри уверен, что лорд Волдеморт вернется. Ведь он всегда возвращается. Дамблдор рассказал, что он должен вернуться еще в 8 фильмах и 7 книгах. Рон Уизли завел себе новую коробочку и теперь сидит и клеит ее с пластилина. Он получил новую продукцию в бренде новых чудесных штук колдовских. Вот, держу новую карточку, кстати, Харри. Называется Харри Гончар. Сзади подпись, перевод от Махинатора. Харри, это будет длинная история, снимут, наверное, 8 фильмов. Или множество переводов, сказал Харри. Да, бомжаток, видишь, в общем, да, так Ли Джордан. Наш гляделка Харри Гончар продолжает бороться с загонялами из Слизерина. Надеюсь, он победит. Быстрее болеем. Ставки приняты.
Молодец, Харри!